предстоящий. Новый год. Дома отмечают, а потом через полчаса, 12 до пол первого дома, Матюшна у меня там дача, там и Шаймеева, там все, и мы выходим на улицу, у нас такой стол большой, шатер, на весь, там мы уже салют немножко, если разрешат это, и так далее. И немножко там шампанское. Снегурочек там нет, правда, да. Свои снегурочки, домашние. Уже берем их с собой. Вот так. Для вас это традиционно отмечать вот так вот Новый год? Каждый год уже лет, наверное, 10-12. Вот у нас там этот коллектив наш дачный, коллектив, там Пахомов, там Мухамешенко, я там, Нагуманов, там, и так далее, и так далее. Вот так. С детьми, гостей много приглашают, все гости туда, все идут. А есть на столах какие-то традиционные блюда, которые вот каждый год? Есть традиционные, каждый год. Это я организовываю, сало украинское. Потому что иначе все замерзнет. Там же наш такой просто навесный стол. То есть, ну, то, что не замерзает, представим. Естественно, шампанское там мало, оно замерзает так, для начала. А потом то, что не замерзает, естественно, понимаете? И сало всегда. Ну и там треугольники, но оно уже холодное. А сало, оно с хлебом всегда есть. Всегда идет. Как украинцы говорят, сало даже с салом хорошо кушают. То русские говорят, едят сало с хлебом. А украинцы говорят, мне кусочек сала да с салом. И последний вопрос. Что бы вы пожелали читателям «Бизнес онлайн»? «Бизнес онлайн» читателям не все воспринимать. Читать содержание, то, что вы даете, но заглавие не воспринимать близко. Вот я днями прочел, вчера буквально, про банки наши. Увеличивают капитал, там те-то, те-то, те-то. Это хорошо. В России сейчас никто не увеличит капитал банков. Мы слышим только, где там отозвали лицензию, вы знаете, да? Паника да, такая идет. Есть такое. Вот там Самара и так далее, Калининград. Бизнес онлайн дает заглавие. Отдельные банки 4 недокапитализированы. Поэтому они увеличивают капитал. Ну, деньги-то есть, сразу увеличивают, правильно? Но слово «недокапитализированное», оно как-то широкое. Видимо, слабое очень, плохо. Вот они мечутся, понимаете? Вот, читайте содержание очень глубокое, то, что аналитика дает «Бизнес онлайн». Я всегда ее ночью даже открываю. А вот заглавие чуть бы лояльнее бы. Пожелаю. Все, спасибо вам огромное, что вступали.